Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня полюбившаяся рубрика, я очень на это надеялась, и действительно она взорвала последнее время, моя толстовка с капюшоном из пряжи Alize Puffy Fine. Девчонки, обращаю внимание, Puffy Fine, потому что некоторые девчонки взяли Puffy, у нее большие петли, именно с припиской вот этой Fine, здесь покороче петельки в этой пряже, поэтому это очень важно. Но тем не менее, даже из Alize Puffy девчонки связали толстовку. Сегодня у нас кардиган с карманами, у меня это кардиган, можно связать пальто, вы хотели, просили меня халат, можно связать, вот что хотите, то и вяжите, комбинируйте цвет как хотите, это уже на ваше усмотрение. Я лишь немного вам скажу про то, как я про мой цвет. Хочу снова обратить ваше внимание на проблемы с монетизацией. Вот, поэтому у кого есть желание, у кого есть возможность, все ссылки на донат и на ссылку на карту под видео в описании. У кого есть помощь, желание и возможность помочь каналу. Также огромной помощью будет ваш лайк, комментарий, ну и, соответственно, поделитесь этим видео в группах. Вот, расширяйте это видео. Значит, вязать я буду в 4 размерах. Вернее, считать на 4 размера. Значит, вот здесь у меня количество петель, здесь в сантиметрах. Вот, это сантиметры полностью окружность. Значит, маленький размер это у меня S, это у меня M, L и XL. Вот здесь 150 сантиметров, это 50 до 52 размера, вот где-то 40, 50, 52, даже 54 будет нормально. И вот размер. Длина моего кардигана, вот эти вот ряды, которые я оговариваю в видео, 80 сантиметров. То есть на этапе вот вам вот эта вот часть вы вяжете по моим расчетам, а корректируете длину до проймы. То есть можно связать коротенький совсем кардиганчик, можно связать длинный кардиган. Что я не делала? Не делала я петли. Потому что здесь, если пришить пуговицу, здесь петлю делать не нужно. Здесь любая пуговица пролезет. Поэтому нет надобности делать петли. Это к чему я говорю? К тому, что если вы захотите пальто, допустим, на пуговицах, то вот, пожалуйста, у вас есть возможность пришить где угодно пуговицу. Вот. Далее, что по количеству пряжи. Значит, на первых 2 размера S и M 3 мотка вот этой вот и 4 мотка вот этой вот. Номер пряжи, номер цвета я вам скажу. Здесь Alize Puffy Fine, еще раз повторяюсь. И метраж должен быть 14,5 метров. Тут, по-моему, в этом Alize Puffy Fine, да, 14,5 метров. Цвет 268, вот этот вот темный, и цвет 599. Вот. У меня из этих 2 цветов в бежевой гамме. Вы, соответственно, можете накомбинировать как хотите, на ваше усмотрение. Намиксовать 3 и более цветов, и тоже... То есть даже если у вас нет возможности купить именно в таком соотношении, комбинируйте 4 цвета, лишь бы были в цветовой гамме одной. Вот. Для размеров L и XL 4 мотка вот этих вот и 5 мотков вот этих. Вот такое вот соотношение у меня. Ну, в принципе, все я сказала. Теперь начинаем. Итак, начинаем мы с того, что отсчитываем нужное количество петель. Вот для всех размеров у меня начинаем 85, 93, 101, 109 в соответствии к вашему размеру. Так, я начинать буду на образце. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 петель. И начинаем мы с резинки. Я просто с маленького, чтобы вам было начало хорошо видно и понятно. Значит, вот, отсчитывайте свое количество петель. Далее уводите вот следующие петли. Это рабочая нить, вот эта петля, вот ваше количество. И вот так вот с этой рабочей нити начинаем вязать. Но мы начинаем вязать резинку 1 на 1. То есть одну петлю я провязала лицевой, вторую петлю я провязала изнаночной. Смотрите. Вот. Снизу я продеваю петлю, а изнаночную я сверху продеваю петлю. И так чередуем резинкой 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая. Видите, получается у нас резинка 1 на 1. Последняя лицевая, то есть у нас должно начаться так же, как и закончилось. Теперь ряд слева направо по узору лицевая, изнаночная, то есть это у нас резинка 1 на 1, классическая резинка. Вот обращайте внимание на эти петли, потому что они загибаются на обратную сторону. Так, есть. Значит, вы вяжете 4 ряда вот таким вот образом. 4 ряда темной нитью. Вот так вот это выглядит. И теперь нам нужно отделить вот эту вот планку, которая у меня здесь. Значит, что я делаю? Я переворачиваю на эту сторону, потому что мне нужна первая лицевая. Ну, как бы после кромочной. Вот эта кромочная, она, в принципе, это должна быть изнаночная, то есть сверху вниз. Я ее провязываю и далее вяжу одну лицевую, одну изнаночную. То есть вот это у нас как бы изнаночная кромочная. Одну лицевую и одну изнаночную. То есть у меня сама планка. Раз, два, три, четыре, пять петель. Далее я вяжу все лицевыми. Если считать вот здесь, вот, значит, здесь у меня 4 ряда, это для всех, здесь 5 петель и здесь 5 петель для всех, то центральное количество петель здесь будет 75, 83, минус 10 петель, просто-напросто 102. Ой, это сантиметры. 91, 91, думаю, чушь, оно у меня нечетное. И 99. Это центральное между планками количество. Ой, обяжу. Видишь, что делаю? Сказала вам лицевыми, все петли лицевыми. Центральные. То есть переходим на лицевую гладь, отделив планку. Так, и остается у меня 5 петель до конца. Раз, два, три, четыре, пять. Их я провязываю резинкой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная, и так далее, девчонки. Вот мы продолжаем, то есть мы продолжаем вязать вот эту вот всю деталь. Вот смотрите, 21 ряд. Далее до проймы, сейчас мы сделаем, до проймы я перешла на светлый цвет, и здесь у меня светлым цветом до разделения 11 рядов. Понятное дело, что здесь вот мы можем корректировать длину. Здесь вы можете сделать короткий бомбер, либо удлинить пальто сделать. То есть варьировать можно как угодно. То есть любую вещь можно сделать по этому как бы расчету. То есть уже корректируя длину. Я же заканчиваю и считаю мои... Значит, здесь у меня мы будем делать сокращение для выреза горловины. И сейчас мы отделяем вот эту вот планку. Для этого берем вязание и вяжем. Здесь у нас 5 петель, это мы помним. Итак, отделяем полочку. Здесь я сделала расчеты S, M, L, XL для всех размеров соответственной полочки. Это не считая вот это число до планки. Значит, что я делаю? Соединяю нить. Кстати, показываю, как соединять последние петелечки. Я распускаю, завязываю хорошо и обрезаю кончики. И оно там в мехах теряется. Итак, первые 5. Раз, два, три, 4, 5. Далее мое число 21 в моем случае. Я провязываю 21 петлю. Раз, два, три. Шестнадцать, 17, 18, 19 и 20. Так, теперь я поворачивать. Вяжу слева направо. Так, и начиная со следующего ряда, мы начинаем делать сокращение. Сейчас я ряд довязываю до конца. В каждом лицевом ряду, то есть через ряд. Вот, после планки, значит, провязываем планку. Раз, два. 3, 4, 5. После планки вот эти две петли делаем вот так вот и провязываем вместе. Вот следующую петлю протягиваем через 2 петли, тем самым сократив одну петлю, и вяжем до конца. Потом поворотный ряд слева направо, и потом снова мы делаем это сокращение в каждом как бы ряду справа налево. 7 сокращений у меня для моего размера. Теперь смотрите, сейчас мы эти все петли оставим. Вот я здесь напишу, сколько сокращений. 6, 7, 8, 9 сокращение. Это значит, что здесь у меня провязано 16 рядов, и вот в рядах у нас будет соответственно каждому размеру 14, 16, 18 и 20 рядов соответственно. То есть это ряды, вот они, я неправильно написала, значит вот здесь вот 14, 16, 18 и 20. Вот это количество рядов. Сейчас я вот эти петли оставляю, отрезаю нить и отрезаю чуть больше для того, чтобы провязать. Я сейчас даже провяжу вот до плеча, потому что эти петли вот сначала пробежите, потом обрежьте нить. Не делайте так, как я. Вот изнаночная. А здесь у меня вот сейчас, потом уже обрежьте, одну петлю оставьте для привязывания нити. И оставляю это дело. Теперь я беру спинку, петли спинки, одну петельку распускаю и привязываю ниточку сюда. и вязать буду петли спинки. Есть один. И теперь вяжу. В моем случае это 41 петля. В вашем случае считаю. И 41. И теперь я поворачиваюсь и вяжу в обратную сторону, то есть свяжу только петли спинки. Здесь проверяем, сколько у меня должно быть. 21. А так вот я провязала спинку, тоже 16 рядов. Ну, это в моем случае. В вашем случае это ваше количество рядов. Вот, сравняла я ее с правой полочкой. И теперь у меня остались петли левой полочки, которые я вяжу точно так же, как и правую, только в зеркальном отображении. Первые два ряда я просто провязываю по узору. Так, и начиная с третьего ряда мы будем делать сокращение. Все как и в правой полочке, только здесь у нас сокращения будут в конце ряда перед планкой. Если у нас на правой полочке были в начале ряда, то на левой полочке в конце ряда. Довязываю до конца ряда. И вот здесь вот смотрите, если на правой полочке мы делали вот так вот, то есть вот эта петля была первая поверх второй, то здесь у нас вторая поверх первой, чтобы у нас была красивая косичка, да, чтобы как бы красиво оформились эти сокращения. Вот и все. Перед планкой, перед первой изнаночной петлей мы провязываем 2 вместе и продолжаем, и вяжем точно такую же полочку. Вторую часть, вот они у меня все одинаковые детальки. И что я делаю? Теперь я сшиваю плечевые швы. Плечевой шов сшивается уже теми петлями, которые у нас есть, поэтому здесь я нить отрезаю, оставляю одну петелечку просто, чтобы потом завязать. И вот таким вот образом берем деталь, передняя деталь, спинка, и по одной петле продеваем. Одну слева петлю берем, одну справа. Здесь у нас получается вот такая декоративная косичка по плечу. Никаких уплотнений шва тут нет. Поэтому это самый идеальный способ. Пока мы не дойдем, мы это делаем, пока не дойдем до планки. Так, и вот она, последняя петля. Что мы делаем? Мы ее вот достаем, эту достаем со спинки, и вот планка, последняя петля. Вот я ее как бы продеваю через петлю спинки, то есть здесь мы заканчиваем. Я вот так вот еще сделаю узел здесь крепенький, и 5 петель планки у меня осталось. Теперь эту часть, в этой части у нас точно так же осталась ниточка рабочая, и то же самое. Так, здесь у нас, смотрите, последняя петля вот здесь вот. Я продеваю и оставляю эту изнаночную на спинке. То есть здесь у нас опять же осталось эти 5 петель. Так, получается, что у нас сшито оба плеча. Вот они. Остались открытыми петли по горловине и открытыми петли планки. Вот. Мы продолжаем вязать нашу планку, при этом присоединять ее по петлям спинки. Значит, эта петля у нас, смотрите, на последнюю петлю мы одеваем петлю спинки, и потом мы ее провязываем изнаночной. Здесь она у нас изнаночная. Далее вяжем слева направо эту планку. Планка всего 5 петель, помним, да? Изнаночная. Теперь вяжем справа налево. Последнюю петлю вот изнаночной мы провязываем вместе с вот этой вот петлей со спинки. Провязали изнаночной, одели. Вот следующая петля у меня распустилась. А теперь снова как бы петля, начинаем слева направо ряд. Провязали петлю и одели петлю. И вяжем справа налево. Слева направо, вернее. Здесь снова вот эту петлю и следующую провязываем изнаночной. И одеваем на нее еще одну петлю. И провязываем следующую изнаночную. Эту же петлю провязываем. И возвращаемся слева направо. То есть мы ее 2 раза провязываем, потому что мы закончили один ряд и начали второй ряд, да, просто этот ряд у нас короткий. И сократили 2 петли, то есть на каждый ряд получается 1 сокращенная петля. Снова эти 2 петли, то есть 1 петля из планки, 1 петля из основного вязания со спинки, мы их провязываем сработалось. Провязываем. На эту петлю одеваем следующую петлю и провязываем ее изнаночной. И так мы продвигаемся, пока не довяжем до следующей планки. Вот пока не провяжем вот эту вот планку и не соединимся, вот пока не закончатся вот эти вот петли и пока мы не соединимся с этими петлями булочки. Так, вот смотрите, я уже подбираю сюда. Последний ряд я вяжу. То есть здесь у меня все петли присоединились. Вот. Вот она, последняя петля спинки. Если неудобно, девчонки, воспользуйтесь крючком. Так, и здесь уже, в принципе, это все. Смотрите, я обрезаю нить. Так, есть. И здесь оставлю вот этот вот. Сейчас посмотрите, поймете, зачем. Значит, и вот эти вот все петельки. Здесь у нас 5 и здесь 5 петелек планки. Сейчас покажу, чтобы было понятно. Вот мы двигались от этой стороны план, мы двигались от вот этой вот стороны планки и ко второй стороне планки. Понятное дело, что пряжа такая, что будут получаться вот здесь вот дырки. Можно их прихватить просто с обратной стороны обычной швейной иглой и ниткой. Тут уж ничего не поделаешь, особенности этой пряжи. И точно так же, как плечо, мы здесь эти петли сшиваем, как бы соединяем. Есть последняя петля. Смотрите, теперь мы ее вот так вот сюда передвигаем и вот этой вот ниточкой вот так вот закрепляем и нить уводим туда в шов. Ну вот так. Вот такая вот планка. Вот она переходит в полочку. Да, видны здесь дыры. Вот здесь вот. Я же говорю, можно их... Пока я еще другого способа здесь присоединения планки не нашла. Если я его обнаружу, он родится в моей головушке, я обязательно с вами поделюсь. Так, после горловины что мы делаем? Мы будем вязать рукав. Для рукава вот у нас у каждого размера своя длина проймы. Вот смотрите, 14, 16, 18 и 20 рядов. От этого зависит ширина рукава. То есть ширина рукава у всех размеров будет разная. Так, для того, чтобы набрать петли на рукав в пройме внизу, прикрепляем нить темного цвета. И из каждой петли достаем по одной петле и по кругу. Количество петель равно количеству рядов. То есть, если в моем варианте было 16 рядов, то у меня будет 32 петли. Если 18, то будет 36 петель. Вот так вот я набираю по кругу. Вот здесь вот у нас на плече вот эта нить, которая у нас осталась. И ее я вот таким вот образом закрепляю здесь. Так, 32 петли. Вот она, последняя моя петля. Вот. И теперь еще вяжу по кругу, еще 2 круга провяжу, потом будем начинать делать сокращение. Так, вот 3 ряда я провязала. Девчонки, довязываю до проймы. Здесь мы будем делать по внутренней части рукава сокращение. Вот. В каждом 3-м ряду. Вот смотрите, 1 петля у меня идет со спинки, 1 с передней детали. Я их провязываю вместе. Это в конце 3-го ряда. Далее вяжу еще 3 ряда. Так, вот я провязала еще 3 ряда. Смотрите, вот здесь вот у меня сокращение. Теперь вот это сокращение у меня находится по центру как бы вот этой проймы. И теперь я беру вот эту петлю, которая у нас образовалась после предыдущего сокращения, и провязываю ее вместе с петлей как бы перед ней. То есть я сократила еще 1 петлю. И теперь вяжу, это в конце 6-го ряда. Вяжу еще 3 ряда. В конце 9-го ряда снова будет сокращение. Итак, следующее наше сокращение в 9-м ряду. То есть мы так далее продолжаем. Только вот теперь вот эта вот центральная петля, вот она. И мы берем петлю отсюда теперь. То есть через раз справа, раз слева, чтобы у нас как бы эта линия сокращения держалась на внутренней стороне рукава и не смещалась. Вот таким образом и продолжаем. В каждом 3-м ряду делаем сокращение. Итак, вот он мой рукав, девчонки. Сейчас хочу немножечко расширить, как бы вот эти вот, кому непонятно. Значит, основываемся на вот это вот число, на глубину проймы. Да, и я провязала 38 рядов в круговую, при этом в каждом 3-м ряду я сократила по 1 петле. Это у меня разложенный рукав. Здесь нет с обеих сторон сокращения. Для этого я вам показывала, как слева-справа, вот чтобы оно было ровно там, где должно быть. Вот. И провязала 38 рядов, сократила 12 петель. Эти 12 петель я оставляю как бы для всех размеров. И вот по итогу, что у нас должно получиться. Здесь, на этом этапе, вы можете сделать больше сокращений, вы можете сделать меньше сокращений. То есть сделать ровный рукав и сделать рукав пошире. Вот. Можете также сделать 3 четверти рукав, длину корректировать. Ну, в общем, здесь уже на индивидуальные предпочтения основываемся. И вот через 38 рядов у меня этот рукав будет с отворотом, поэтому вот такая вот длина. Значит, сейчас что я делаю? Сейчас я привязываю вот эту вот нить, и далее я вяжу резинкой 1 на 1 манжет. Вот. У меня осталось 20 петель, и я вяжу далее резинкой 1 на 1. 1 лицевая, точно так же, как мы вязали резинку внизу, и 1 изнаночная. Снизу вверх и сверху вниз. Вот таким вот образом продолжаем вязать резинку. Итак, я провязала 6 рядов, девчонки. И теперь нужно закрыть петли. Для этого, вот смотрите, здесь у меня остается нить. 1 петлю я оставляю, отрезаю. Ею я потом буду закреплять. И, внимание, слева направо я начинаю закрывать. Петлю справа от меня я продеваю в петлю слева от меня. Так, вот последняя петля. Ее я вот таким вот образом продеваю через нее вот эту нить. Захватываю первую петлю. И возвращаюсь в эту последнюю петлю. Все, так как у меня с отворотом, я остаток продеваю сюда. Ну, то есть на лицевую сторону, потому что, ну, вот этот остаток ниточки, потому что у меня будет отворот. Здесь вот, смотрите, я привязывала, я тоже продеваю туда. Ну, на лицевую сторону. Вот. У меня это будет вот такой вот рукавчик. Если вы хотите короче, то вяжите короче. Уже здесь уже вы меряете на себя длину рукава. Так, далее следующий этап у нас корму. Вот один я связала, вот он у меня, и теперь с вами мы свяжем второй. Так, что для этого нужно? Нам нужно определить место расположения. Вот я нарисовала опять же схему. Здесь я рисовала для вот этого кармана на правой полочке. Здесь мы на левой будем двигаться отсюда сюда. А на схеме это вот так. Значит, что это значит? Сам карман у нас. Вот полочка, я брала вот эти вот числа до планки. Поэтому планку мы не задействуем. Мы только берем числа после планки. Значит... Расстояние до кармана у меня это 5 петель для моего размера, для вашего выбирайте. 1, 2, 3, 4, 5. Отделила я вот эти 5 петель. Теперь вниз 11 рядов. Вы можете сделать больше или меньше. Это на ваше усмотрение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот. И под этим рядом я вот эту вот петлю я отмечаю маркером. Так, вот она. Значит, это у нас вот этот вот угол кармана. Так, от маркера мы отсчитываем 10 петель. Почему? Потому что мы будем крепить к промежуткам. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. И вот здесь вот мы привязываем нашу нить, от которой мы будем вязать. Почему 10, сейчас поймете, потому что, еще раз повторюсь, мы достаем из промежутка, подхватываем вот эту петлю, вернее протяжечку между петлями, за которую мы крепили, и снизу вверх продеваем петлю. Раз. Далее следующая петля. Я пробовала в петлю, там сильно плотно получается, поэтому я доставала из промежутка. Таким вот образом я, видите, петли у меня, вытаскиваю 11 петель. Смотрите, вот между петлями вот это вот перепонка. Так, по-моему, у меня уехала камера. Сейчас показываю правильно. Вот она. То есть вы отступаете число, как бы, петель минус 1, потому что мы достаем вот последняя. Так, мы набрали петли кармана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь уводим, будем вязать слева направо. Уводим и поднимаемся на ряд выше. Вот, продеваем вот эту вот петлю из рабочей, как бы, нити сюда, и только потом через в петлю. Есть. Далее вяжем ряд. Так, тут у меня петля где-то потерялась, смотрите. Видите, вот она. Смотрите внимательно, потому что они здесь в первом ряду очень быстро теряются. Так, значит, еще раз продела и в петлю. Это только по краям мы как бы пришиваем этот карман к основной детали. Так, здесь вот смотрите, опять петля у меня убежала. Достаем ее. Так, теперь снова смотрите, на ряд поднимаемся. Продеваем петлю здесь сверху вниз. Вернее, снизу вверх. Вот продела я. И только потом провязала. Дальше поворачиваемся. Справа налево, смотрите, следующая петля. Продеваю снизу вверх и только потом провязываю. Все вот эти вот крайние петли мы таким образом, прежде чем провязать... Ой. Прежде чем провязать, мы их крепим как бы к основному полотну. Вот. Вот. Между ними все вот эти петли просто провязываем. То есть вот они, наши прикрепленные петли. Все. И так вяжем, пока мы не доберемся до бежевого полотна. Вот, смотрите, я уже приближаюсь к белому. Вот эту ниточку мы продеваем наизнанку и там ее проденем. И вот, в принципе, это последний ряд уже у меня. Так. Вот. Ну, чтобы не выглядывала вот этот второй цвет, мы еще сделаем еще один за вот эту вот белую ниточку, потому что нам нужны петли для закрывания. То есть слева направо я еще провяжу один ряд. Есть, смотрите. Есть. Здесь я отрезаю рабочую нить и одну петлю для, опять же, для фиксирования мы распускаем. Теперь снова закрываю петли слева направо, петлю справа продеваю через петлю слева. Есть. Теперь вот эту петельку мы через нее продеваем эту ниточку и уводим наизнанку. Здесь. Так, есть. Вот такой вот карман, девчонки. На самом деле все очень просто и очень красиво. Так. И завершающим этапом у меня будет, смотрите, здесь у меня оставалась нить, я привязала нить к краю, и здесь по краю, как бы по кромочным петлям, я сделаю еще отделочную, как бы, цепочку, да, провяжу этот отделочный ряд, значит. Вот он, вот она, последняя петля, и мы продеваем петлю вот таким вот образом. То есть эта петля, последняя кромочная, она у нас так и остается по кромке. А здесь вот, смотрите, я проделала 2 петли, и далее вот здесь вот по лицу провязываю цепочку. Вот, следующая у нас. Продела, провязала. снова продела. Это не обязательно, это я почему-то так решила. Вот смотрите, как бы сделать двойную кромочную, оно получается эффект двойной кромочной, ну, из двух петель, вот как мы спицами вяжем. Вот, и я решила вот таким вот образом укрепить этот край, вот, ну и украсить соответственно. И вот так вот по кругу, вот здесь вот, где у нас светлая начинается нить, вы можете заменить и сделать светлую, либо связать этой же нитью, и эта полоса будет как декоратив. И заканчиваем в конце, то есть я провязала, начиная с левой полочки и закончила правой полочкой по краю этой цепочкой. Вот и все. Вот и все. Так, все, девчонки, теперь демонстрация. Так, девчонки, вот он мой кардиган. Соответственно, еще фотографии на себе и видео на себе я вам покажу в конце. Сейчас просто показываю результат. Очень быстро, очень просто и притом как бы классно, да. Это для занятых. Вот. Ну, в принципе, даже не знаю, что сказать. Скажите вы, напишите в комментариях, понравился вам этот мастер-класс или нет. Вот такая вот вещичка у меня получилась. Я довольна, а вы, не знаю. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение про эту вещь. Вот, что вы мне скажете и что бы вы, возможно, еще хотели. Напишите мне, что бы вы хотели еще из этой пряжи, как бы вот эти экспресс быстрые вещи, вот что вам интересно. У меня еще в планах жилет такой длинный, летний, такой, который на футболочку накинуть в прохладный вечер. Вот, ну вот, посмотрите. Вот. Ну, а на сегодня все. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока.